На каком ты месте в общем зачете? На четвертом. Прикольно. Я на пятом. Какой тебе прирост? Плюс два. Я понял. Ты все еще быстрее меня растешь. Не знаю, может отдельно с ВБ поговорить. Давай, исходи. Давай выйдем. Что сюда ходят? Алёня? Отдельно в переговор. Я тут вообще... Я Эфи звал. Блять, я тоже. Лёня, быстрый вопрос. Ох, ужас. Ужас, ужас, ужас. И 99% расширения. Он увидел, опять умирает. Да, да. Эфи, ты? Да, я. А, так что насчет пробок-то? Ну, сейчас у нас война будет. С кем? А? М? Чего? С кем война-то? Сейчас тебе расскажу. Сейчас? Ну, просто ты пока не в войне, можешь мне продать их. Не могу, мы соперники, блин. В смысле? Ты же не мой соперник. Ты мой соперник. Ну ладно. Ты можешь, можешь через Нидерланды, например, продать. Я не хочу так много терять. Боже, эти две пробки вообще никакого импакта не вносят. Ну хорошо, ладно. Я это просто забираю целиком Тунис. Потом будем менять твои две пробки на мои две пробки. Окей, забирай, боже. Это же бесполезные кусочки. Там развитие меньше, чем у меня в соседней. Забирай, боже мой. Ну как бы, те пробки тоже ничего не дают, зато красивые границы бы сделали. Да, мне просто престиж терять. Если бы их было легко отдать, я бы тебе отдал, но я не могу. Ну, мы только по эффективной войне можем отдать, понимаешь? Да. Только по эффективной войне. Но мы с тобой сейчас в перемирии. Я вот... Они видят в нас соперник, поэтому мы не сможем продать им провинцию. Вот мне пишут. Сейчас, секунду. У нас с тобой перемирие до... Ты должен отменить, что я твой 91. Соперник, когда я... Ой, мы до 91-го, у нас с тобой перемирие просто. После 91-го тогда я могу напасть, ты меня дожди пробочки. Вот. Все? Все. Окей. Кушай, Эфиопия. Давай, пока-пока. Channel switched. Кто-то пришел. У меня миллиарды восстаний. И больше 100% своих расширения, 105. Наш круто. Вообще. Просто угораю с этого. Голландия. О, в Александре я побью, давай. Мне кажется, это мои Пруссия не поймет. Да, я тоже люблю. Мы с Пруссией дружим. Данила? Я что-то подвинул, ответил мне. У меня сейчас критские сепаратисты восстанут, ребят. Критские, блядь. А что? Что? Мы можем отдельно его напасть туда. Кого вы находите? На кого вы находите или напасть? Ничего не хочу сказать, но посмотри, чей Даник Франции. И что? Я знаю. Я тоже Даник. Блин, а что я не Даник? Я что Даник? Как быть это Даником? Эти дикты? Там еще 300... Убираешь да, провинцию, все, нажимаешь? Все, нашел. Нет эдикта. Где-то у меня еще вас товашки я не увидел. А, увидел. Голландия, помоги выплатить за них. Которые как есть они, причем? Мне надо построить мануфактуру, получить экономику. Так, займы или мануфактуры? Мануфактуры. Мне выпало два события, но вообще нестабильно. У меня экономика 121 монета, это смешно. 121 монета, в смысле, плюс или в смысле, это все? Вот, плюс. Ну ты поверь, у меня доход 777 будет. Ну, это, короче, одного парня.
Он сделал такую теорию экономическую. Экономика не нужна. В натуре. Так. Я забыл захайпить, но мы наконец-таки переехали в Макао, ребят. Да ладно. Няш-мяш, Макао наш. О, я вижу, вижу. Вы будете дефлить этих чуваков? Каких? В Иберии, которых снимают. Мы их напали? Там 30 тысяч китайцев. 30 тысяч китайцев. Где они? Они во Франции. Ого, реально? Да. 30 тысяч китайцев? Да. Ну, как бы, я не знаю, как это дефать. Не контрится. Это не контрится. Ну как-нибудь. Знаете, вот эта вот пустыня посреди Аравийского полуострова очень мешает. Я согласен. А, это Венеция там говорит, если говорит, да? Не, это Россия говорит. Что? Это говорит Россия. Говорит Москва. Влад, что там у вас? А Влад, жопа. Влад, Паш, хоть меня мин ловит еще. Влад, слушай, пошли. Ждем? Сейчас идем. Там 300 тысяч китайцев, ребят. 300? Да. Он что, всех перевел? Влад, пошли. Или ты не готов? Влад, не отказ. Готов, пошли, пошли, пошли. Пошли. А остальные войска? Остальные пока восполняются. Они половинчатые, считай. У вас овертех есть? Ну, 15-й есть такой овертех. 15-й не скоро, чувак. 16-го, да, 16-го очень много. Да. Погоди. О, у меня, кстати, ВД почти как у тебя. Слушай, они это атакуют Навару еще. А дефаем, как думаешь, что-нибудь? Ну, может быть. У нас это вряд ли китайцев много. Влад, подкреп еще подкинь. Заходите, сейчас, да. Когда я не зайду, заходите всеми армиями, этими 40 тысячами. Да, вот, вот правильно. Заходите теперь, отрезайте, там 28 тысяч Франции идут, больше никого нет. Проблема в том, что мы проигрываем сражение, чувак. Вот зря так сделал. Не успеешь, да? А, ну, вот. Наверное. Не знаю. Не успел, да? Блин, ну откуда что-то на дерьмовую палец? Вот теперь у нас хороший фильм. Потери мне, конечно, больше. Ну правда, это нам уже не поможет. Нисколько их там. Ну там тысяч... Китай, Марокко и Франция. Ну 1400 будет. А, Влад, слышишь, мы выиграем. Влад, нет, здесь, может быть, тысяч. Сейчас. Завожу. Вы вывели этих солдат? Из гарнизона солдат вывели? Да, вывели. Может, у вас пушки первого ряда, ребят. Ну да. Но зато хуже. Вывели обратно. Ну там кормить команду. Там тяжело будет. А, слушай, я еще войска поделю. Я, короче, еще войска делаю. Я добавлю нам еще 15 тысяч. Ну так, все равно. Если что, это почти все наемники, поэтому я могу бесконечно так выбрать. Угу, только правки будут падать. Ну смотри, нам мы в принципе можем. Слушай, а мы можем второй раз попасть туда еще? Что сказал Юрий? Нет, у нас нет армии сейчас. Нормально. Так у нас же больше, чем у них армии все равно. Ну как больше, не очень-то и больше у нас. Но я потерял 20 тысяч типа. Я побольше потерял. Ну так пошли поближе. Ребят, что сказал Лёня по этому поводу? Лёня? Ну, Лёня сказал, что он один войну вообще нападёт. У нас Навара упал. А нет, не Навара еще пока. В смысле, на кого нападёт? На вас же? Пока на Никита напал, короче, на меня. Ой, на Порпо. Слава, против Никиты, может, пойдем? Да, может и можно. Против Никиты это можно? Да. Я, в принципе, за... Ну что, пошли сюда в Кида... войну? Да, давайте, заливайте. Там, мы его тоже думаем против Никиты как-нибудь. Ну, я сейчас более... просто ужили, останется один, и все, и капец. Так, ладно, тогда мне придется вернуть. Окей, вернусь, я перевожу Макао. Туда все. Лучше сразу в Испанию. Блин, у меня еще командир нормально сдох. В Испанию? Убивать опять. Окей. Ребят, ну тут ужили, остается, получается, один. Нет, там нет всех китайских войск, там только наемники.
Слышишь? Да, теперь ВБ напал на порту. Так, слышь, флот, флот объединяем. Давайте вы ВБ отравните, а эту войну мы затащим. Потому что две войны не затащим. Да, 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 две точно не затащим. Капнуть ВБ, да? Кап, да. Просто, а что делать для капа? Ну, не скажи. Просто капнуть. Скажи, что ты капаешь. Ладно. Ноль счета получается. Там соперник есть? Соперника нет, 25 счетов. Ну вот, 25 счетов только. Настя, что, будешь воевать за нас? Против Франции? Против Никиты. Против Никиты, да. Ну, а вы что, хотите вступиться? Ну так, против Никиты. Ну блин, ну я можно. К сожалению, союзников передавать тоже не хочу. Ну против Никиты, этот, да. Этот балл Никите должен быть вместе пройти. Блин, так, Никита далеко. Чтоб Никита был в Европе, я бы, конечно же. В смысле? Твой союзник я, Австрия, ты чё? Смотри, если сейчас, короче, мы проиграем, то Никита будет в Европе. Да. Да, можешь идти воевать уже. Австрия, пошли воевать, я даже готов тебя простить, если ты распылишь сейчас со мной где-то. Нет, не могу. Ну что ж ты так? Австрия, ты же меня кидаешь, понимаешь? Ты что, не помнишь? Ты кидаешь Гену, Венецию, Испанию, Дугалию. Я понимаю, нет, хорошо, смотри, если я сейчас, ну, как бы, кидаю их, то это, блядь, ты просто взял их, и потом назад. Да, все, я тебе серьезно говорю, мы будем, вот нас здесь 6 человек, будем союзом до конца партии. Да. А, погодите, а ВБ забирает 15 провинций, это нормально? У меня 25 счета. Да, 25 счета. Это, наверное, колонии. Ну, колонии, они всегда мало стоят. Да, можешь сам посмотреть, сколько там по счету. Посмотри, сколько счета там. А как посмотреть? Есть на провинцию, там, короче... Ну да, там по два счета. А у вас разные религии нет? А, да, он по два, по одному. Там 25 лица просто. Ну ладно. Окей. Подожди, а чего вы этот? Куда перевозить? Сразу в Испанию? Лучше в Испанию, да. И давайте часть союза порта и все. Так, а почему я не призвался? У меня союз есть. Или спорт, не спорт, 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 на порт напали. Влад, пошли, Влад, пошли. Сейчас, погоди, у меня сформируется. Принимай, кнопку жми, вот. Влад, какую крепость дефаем? Сейчас, подожди. У меня формируются отряды все эти. Сейчас пойдем французов убивать. Сначала французов. Или там генерал, или лучше Марокко нужно. Давай французы лучше, раз уж, а то там все упадет. Ну что, ты готов? Давай французы. Пошли. Да, подожди, мне вентовскую кучу. Давай скорее. Сейчас. Сколько ждем? Сейчас иду, все. Все, можем? Заходи. Окей, захожу. Влад, все остальные войска вперед, Влад, все до единого. Чё? Да. Хочешь подать филиппинцы? Кому? Не. Нет, не хочу. Ты же понимаешь, что я их взял для того, чтобы взять Кустынскую торговую компанию? А, и всё. Это вопрос вернется. Блин. Да, выбывай сразу же, забывай быстро. Нет, сразу же, там нет черноплага уже больше. Сейчас, подождите, что проход войск. А зачем, если ты в войне уже, то... Я не в войне еще. Я пока привезу, чтобы они кораблями там не мешали. Блин, пока вы будете перевозить, нас уже разнесут здесь. Нас уже в высокогорье вывели. То есть мы уже... Так, я испанец, чего без прохода войск нет с тобой? Кстати, оккупировать надо уж. Подтверди проход войск, я тебя побью повстанцы. Я не знаю, что делать, но это что, по-моему, он не мешает. И у тебя 20 тысяч стоят и не бьют повстанцев на Мадагаскаре. Пацаны, я не смогу пройти никак, Австрия проход не даст. А что это не даст? Австрия тут или он ушел? Он ушел, а через... А давай нападем на Австрию, короче. Нас перемирили. Мире, да. У него войск нету. У нас даже потери больше.
Мне нужен срочно нормальный генерал. Сейчас я привезу, у меня призрачный. Ладно, попробуй. А, ребята, слушай, у нас Марокко... Нормально, Марокко уже в Лиссабон пошла. А, да, у нас там... уже все тут. Пинем Марокко? Армию вот эту? Да, сейчас пьем. А, кстати, слушай, вы можете оккупировать Марокко и Стархидами вывести? Не, не можем. Там бы, блин, сами бы не слиться. Давай, говори, что делаем. Давай Марокко выпьем сейчас. Пошли. Венецию призываете? Сейчас я приеду. Там все пишут, что это. А, слышь, не идем. Нет, ты можешь ко мне прийти. Паль, там пушки от них, по-моему. Так, там пушки. А толку, они там сейчас захватят их и все. Что? Немножко подраться. Сейчас. А куда мы отступаем? Сейчас отступим за Севилью. Пашу по голове. Че? Так, отступаем. Отступил. Какую дичь я сделал? Че? Блин, я туда отступил, ну ладно. Да я выделил, блин, не в том месте. Призывать? Ну, да. Все, призываю, кидаю призыв. Как призвать только, напомню? Хорошо. У меня есть кнопочка. А? Союз, заходи. Тебе сейчас такой. Сразу 20 тысяч возьмут. Давай. Союз, дальше. Давай дальше. Сразу ломачу. Да, наверное. Да, прими их, союз. Не надо, не надо. Принял, молодец. Да, теперь открывай дипломатию со мной там. Вот, молодец. Я Нурбин нажал. Принимай. Сейчас приму, я чтобы подготовиться, так, войсками сразу на них напасть. Шикарно. Сейчас нападем ломать, что, смотрите. Что, готов? Блин. Ну вы можете нападать? Давай. Он напал, слышно? У тебя генерал не трёхзвёздочный стоит. У меня сейчас просто невосполненные войска все. Да не удивляйся. Ничего, нормально. Так, короче. Ладно, заливай, что есть. Призывай меня, короче. Это кто просит? Это Гена. Давай. Так, предложить военный союз, принимай. К оружию. Вперед. Знаете, ребята, у нас Рашка там никак. Рашка, может ты хотя бы. Блин. Позовите Рашку, а. Может она хотя бы против минов пойдет ее. Я сейчас выбью сепаров в себя из одной провки и пойду еще одной армии. Венеция, пойдешь Францию осаждать, да? Да я хотел к ним туда помогать высаживаться. Так, а проблема в том, пошли в Францию. Блин, я. Жапи нет, ступай. Ну, короче, не высаживайся куда хочешь, короче. Слушай, мы с тобой очень плохо отступили. Ага. Мы оба с тобой очень плохо отступили. Я конечно, выйду оттуда, а ты? Я, может быть, как-нибудь транспорт. А я где? Я тут. Да, пошли, венецианец, отсюда. А пошли на Марокко. Слушай, а когда БД восстановить, а? Ну, я имею после того, на восстановление. Отлично. И можно на Марокко. Я уже на Марокко. Осаждай там все у Марокко, мелкие провки. Сань, иди в Африку через мою... Слышь, идем? Венецианец, пошли. Сейчас, я сейчас собираю новых. Окей, скажешь, когда начинаем. Венецианец, у тебя часть в гранате, венецианец, уйди лучше. Да. Так, слушай, тут их тут почти 100 тысяч. Мы нападаем или нет? Сейчас Лиссабон возьмут. На Лиссабон нападаем. Пошли. Нет. Все не нравится, напали, но напали так напали. Ну минус броска нет. А, вот и нет. Вы же весь говорили, что надо еще кубик, но не весело. Очень не весело. Куда венецианец отступаем? Ой, да куда глаза глядят? На юг, в Севилью куда-то. Давай. Я в гранату буду. О, я в Севилью. Сейчас я еще привезу много людей, не бойтесь. Давай. Так, я пока его беру. О, Генуя в Марокко. Россия призывает ваше османское звание в Феодосии. Слышь, тебя тачат. Где? Я венецианцу, венецианец. Ну, вы ничего не поделаете. А ты, погоди, если бы ты не убрал армию 24 тысячи, я не понимаю.
сейчас нормально все будет. Нормально, нормально. Забирать буфер займа. Ну ладно, не нормально. Я не успеваю, просто тут слишком много всякого происходит. Ты... Это наемники, ничего страшного. А, не это наемники, да, вообще? Там у меня полно денег. Не, это только наемники? Да, да, да. Так, я высаживаюсь в Магриб тогда. Стой. Кто такие сивы, почему они у меня вообще высадились? Венец, передавай мне пробки в Магрибе. Я там буду наемником. Ага. Мне малая мир кидается. А что он против? Что он предлагает? Может там только для Малая? Но война это против Португалии. Это сепаратка будет. А кто лидер войны? Я. Лидер Порта, да. Я спрашиваю Португалии. А это уже стабхиты, ребята. Малая. Короче, заключаем мир с Малайей, если он просит мало. Так она кидает, не мне. А кидает. Все захваченные, давайте. Надо давать все захваченные Испании, она ж не главная. Вас тут много, вы должны их забить, по-моему. А проблема в том, что блин, ну все несколько поздно произошло, нас тут просто по всем фронтам задавили. Ну давайте, мы блокируем проход, правильно? Правильно. Да. Захватываем Марокко. Вот все. Испанию выводят. Это Гена, передавай Испании в это во Франции пробки. Ребят, я побежал, я просто бегу из Севильи, потому что там мои войска сейчас шокнут. А где? Я их, может, вывезу, смотри. Где они, где? А, я легко войск вообще могу. Давай. Ты ж контролишь Гибралтар. Пробки давайте, давайте, пробки. Пробки Испания давайте все. Да. Может быть, Икфалу помощь на фронту захватывать? А то мне нанимать переводить долго. Больно, в Испании мне время. Махази, на Кипре у меня оставашки. Так, я захватил одну пробку. Иду дальше бить. Так, я поплыл шотну флот Марокко. А, ребят, марокканец. Слушайте, интересно. А захватывают у него колонию, а колония у него захвачена уже. Лично. Блин, тут. Блин, муж упал. Слушайте, закиньте мне этот субсидий. У нас нет денег. Так вы просто их закинь. Воу! Он что, без содержания что ли держал крепость? Ты вообще как? Кто? А, да, он не содержал. Или это про кого? Или ты про Францию? Я про Францию. Ну не знаю. Так, еще стабхит. Ну, у меня на такой. Это все еще стабхит? Они возвращаются, короче. Да я уж вижу. Так, можно возвращаться. Во Францию. Тогда там можно высаживаться на юг. Давайте, идите в Севилью все. В Севилью надо. Сейчас высаживаюсь. Мила, можешь помочь мне? Меня в Пепси будет. А, если что, я в Венецию постараюсь. Или к вам отступить. А, интересно. Куда я могу отступить вообще? Ты так, не сможешь отступить, только через... Да. Ты войска там собирай на этот, на северный фронт. Так, ребят, я вступил через пролив. Мне бы как-то выбить... Пошли в горы, там горы весь мин захватывает. Да, только там вся армия, если что, их. Ну там горы, нормально. Я просто пушек так, не знаю. Так, пошли Севилью отбивать. Пошли. Я перебил армию, часть армии. Севилью? Вот только дебильно пошел, а! Сейчас, по-моему, ВБ снова влезет. У меня есть генерал 6-6. Атака на через перемирие. Так, Порто, я к тебе высадился, сейчас нападем на Марокко в Севилью. Давай. Я условно готов. Условно, ну потому что очень. Все, раз не захотел. Вперед, я иду. А, он атачит. Ладно, пошли, короче, Севилью бить. А, он уходит, слышите? А, он. Ребят. Да, успел, пошли. Сейчас я всю ту влечу, как только у меня пробка возьмется. Венеция здесь есть? Да. Венеция, дай проход. Стана проходит сюда. Давай смотрим. Нет, сейчас мы не смогли взять, отступаем. Да, там это не стоит. А я, слушай, я не могу. Сейчас я перехвачу пушки этого. Чувак, я не могу выйти. Мои 56 пушки не могут выйти. 56 не могут выйти? 56 не могут выйти? Да. 58. 56 тысяч не могут выйти. Мне хана. Мы будем держаться до последнего. Держитесь.
убил, тебе он мать пошел убивать. А, я все. Куплю. Возрождаем Великую Османскую империю. Так, а у кого там что-то шотнули? Сергей шотнул, походу. А почему? Он не сможет дойти? От меня очень активно начинает забраться сообщение. Надо быстрее. Передавай до последнего. Ох, лол, мы там еще и выиграть можем. Расходит в Испанию. Нет, к сожалению, не можем. Уходи 11-ю, не надо вступать. В смысле не надо вступаться? Там французы. Там 50 французов. Передавайте все, что есть из Испании. Я что-нибудь передал, но ничего. Ого, что с Испанией вообще там? Тебе походу вообще забили. А, так, ладно. Там Гену просто и Марокко. Я так понимаю, Гену, у тебя печаль. А, слушай, а ты большую часть отступил, так понял, Генуиц? Нет, меня все шутки. Так, у меня игра просто вылетела. Просто закрылась. Сохраните это там. Да, сохраните. Рефхост. А, тут скажем рефхост. Эдди left your channel. Ну, я не знаю, короче, короче. На какие деньги. Там воин тоже не против зайти. Так, Сань, сейчас мы немножко меня отдефаем, пока я буду строить новую армию. А, через 4 года воин будет готов летать. Окей. Давайте зайдем. Это кто говорит? Воин. Воин? Ты же только через 4 года сможешь. В смысле? Я могу, когда хочу. А-а-а. Возможно, что-то не... Субсидии можно. Только денег. Кого есть деньги? У нас проблема в том, что у нас все в минус уходят, а вся Португалия... Да ладно, сейчас там итальянцы. Да. Кто тебя призывать воин, да? Да, давай. Проблема в том, что я говорю, пока Португалия оккупирована, я не могу скидывать. У меня нет денег. Я не могу к вам пройти. Содержание... Мадрид, Мадрид, идем в Мадрид. Так, там Франция в горах. А, пойдем? Сейчас, секунду, я... Чтобы она не отменила проблему. А где твои войска? Генуя, Аня, Венеция, Венеция, быстро, 1000 в Австрию. Бегом, 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 бегом. Одну... 1000 в Австрию, быстро. У тебя хорошо. Субсидии хотя бы 20, прикиньте. Так, Венеция, сейчас будем в атаку. Пойдем, да, Венеция, у тебя пушки есть? Нет. Слышь, русский, минус 140 золота. Месяц. Ну, пошли-то без пушек, не знаю. Там у меня 14 тысяч участков. А, у тебя есть? Окей, пошли. Там горы просто. Ребята, алярм, алярм, атакуют. Где, где, где? Испанцы атакуют. Где? Испания, Испания, все, ушел, ушел, ушел. Ушел уже. Да нет, дальше не отступай, это что? А, это не город. Черт, здесь кто-то сейчас не раз. Так, Сань, лови, там сейчас эти отступают. Саня, осторожно, там сейчас могут дойти. Где, где, куда? Вон они, где. Их тут мало, да. Нормально. Пойдешь зайдем реально, пойдешь зайдем в них просто. Там без командира сейчас мин. Фаути, бонусы, эдикты, все что это, знаешь. Возвращайся. Я включу. Заходи. Блин, не успели, ладно. Короче, у меня 30 тысяч есть с командой. Они сейчас Мадрид нам могут зайти вполне. А, просто дальше. Рядом стоите, да, да. Сань, захватывай пока единичками этот Марокко основное. Ребят, бегом, бегом, бегом на помощь. Пацаны, на 16-й тех. Идем, идем. 16-й не хватает. Через пару месяцев будет. Угу. О. Пруссия вступилась в эту войну. Ну, отлично. Все. Я пошел тогда. Хотя нет, давайте я захвачу что-то Францию. Выведем ее. Давай. Так, сейчас скажу, что по счету. Так, минус счет минус 6%, с Францией 3%, с Марокко 25%. Тоже белый кидает. А? Я говорю, да мне что-то белый кидает. Да ничего, нормально, нормально, давай. В Испании мы уже побеждаем.
Но я бы что-то так не сказал. Ну я еще не привез всех. У нас просто двукратные потери. А, о, противокуриисты, вот это поможет нам сейчас. Испарность 10 тысяч. Ага, идут. Успеешь? Тут. Да, успеешь. У нас... Правда, у меня тоже 10 тысяч. У них 30 есть. Но суть в том, что нам сейчас нужно нести больше потерь здесь. Жим тяжелее отбиться сейчас будет. А венецианец, если твои войска не стояли там, он выиграет. Я их только привез. Но... А что там у этого у парня, который Марокко? Он еще не нормально сидит? Нет, 25% еще. Хорошо. Блин, я сейчас стоп читаю подзаки. Ну еще и Австрия, господи. Австрия вступилась? А он через пер. А, нет, мы не главные. Он... Да, Австрия вступилась. Ну тогда можете капать. Тут бессмысленно. Сейчас воюю, может быть. Знаете, может быть я сейчас по белому выйду и меньше счет станет. Ну, смысл капа, чтобы меняли не весь счет. Дело в чем? У нас как бы сил-то больше, просто они очень. Сейчас подождите, давайте до мне белый мир кину, я выйду. Да не надо. Не надо ходить, чувак, не твори хрень. Мы сейчас. Ну и потом капнуть, потому что я сейчас реально уже. Чувак, нормально все. Мы сейчас. Я что-то игра лагает вообще, блин, распространение открытий. Так, ребят, нам нужно какую-то крепость. Ну давайте объединяться где-то. Мы вроде частично объединились. Францию, тогда скажу. На меня он нападает, идите туда, видите, где нападает. Да ё-моё, а чё, меня опять что ли зажали? Да как так-то? Они не взяли эту крепость, как они меня зажали? А есть места, где односторонний проход, проход есть. Фиговые места, так сказать. А, да, кстати, да, тут шум, сразу. Вроде успели. Слушай, без меня опять шум. О, нет, чуваки, вообще без шансов. Ну и я. Пруссия пришла, сейчас она выкрутывает все. Все, бьют все. Надо хотя бы разокупировать, чтобы когда капали, меньше чего-то было. Ну я могу забейте, просто выйти, да. Сань, дай, пожалуйста, денег, я не знаю, у меня 50 тысяч наемников, да. Но я фиг знает. Чтобы короче, меньше счета я был, я могу выйти. Ну да, мне кажется, надо капать, чё. Ребят, сражение выиграно, ребят. Мы пока разокупируем там, можем там счета набить. У меня просто из-за того, что у меня армия заперта посреди Австрии, их всех сейчас по очереди по одному пошотают. Меня сейчас выводят на ставки там, походу. А мы сейчас возьмем две крепости. Сейчас, если да, вы сейчас. Прямо сейчас не возьмете, меня выйдет. Сейчас выберем. Надо стараться, стараемся. Так, а передать есть что? Есть. В этой, в Марокко передавайте. В этой, во Франции сейчас передадим. Сколько у Марокко? Что там? Сколько счетов этот, Испания, посмотри. Не знаю, мы ставки сняли. У меня минус 3. Все, у меня вместо 3 стаба еще не ставки 3. Не капец. Сейчас разокупим. 3 БД. Что не так? У кого 3 БД? У Никиты. У Никиты? Ну это да. И чё, не на полном содержании что ли? Он просто сейчас близкий к нам. Сань, все нападают. Убивается в мои 16. Где? Я, может, убегу там. Сейчас, подожди. А то отдам 1000, а остальные убегут. Я сейчас а ну ладно, идем. Нет, Россия, ну ё-моё. Идем так идем. Выхода нет. Так меня сейчас могут вынести. Все, особ. Все. Минус я. Еще поплыли в эту. Марокко. Марокко это может они не приплывут. Хотя не знаю, порты на самом деле капает, пока нас тут не захватили. Уверен, капать? Капать, ну, а что мы еще делаем? Значит так, просто писать кап, как там кап происходит? Ну, просто ставь паузу, иди к ним и говори, чтобы этот они прислали. Окей, я пошел. Так. Я прожимаю безговорочно, так. Я прошел. Земля над пухом, братишки. Да, пожалуй.
Никита не дает мне провки, которые... Прекращена работа программы Европа Универсалис 4. Блядь. Можно, пожалуйста, рехостить? Да уже все. Просто прекращена, и все. А, слушайте, ребят, ровно 11, к слову. Ну как раз сейчас эту войну заканчиваем, не Саша? 11 дней у меня. Брать, у себя, наверное, на острове провки или там. А ты сможешь мне прованс отдать за иную? Чувак, ты знаешь, сколько это еще? Знаю. Да. А ты не можешь отдать, потому что не оккупировано. Он там еще не оккупировано даже. А, ну ладно. А, ребят, сколько там счета было, я даже прослушал. 69. Я же тебе говорил, 69. 69. Соперница. А что паузу-то держим? Мне 11 дней надо, дипломат. Ну так вообще я вылетел и у нас. А, мы перезаходим? Для этого? А мы перезаходим? Может, давай сходи и скажи. Никит, ну, что ты мне не подписал мир? Я хочу увидеть мир. Иди сходи вниз. Никита. Ну давай туда покончим, все равно 11. Ну сейчас перемирие, Никита пусть кинет, и все и закончится. Ну скидывай, да, Никита, пускай Никита. 11 дней. А, ну окей. У него дипломат. Окей. Ну снимать пал. А вырубите мне тогда бота, плюс. Тогда просто. Никита, всё, Никита в Китае, пацаны, тащим. Камбэхаем. Никита, я обиделся. Он не двинется. Что? Где мир? Чё ты его не подписал? Вот сейчас паузу, погоди. Не-не, мой мир подпиши. Я тебе пробки отдаю, да. В смысле? Мза. Надо было, кстати, подождать, я тут лишь сам бы закопировал. Слышишь, Никита, Мзаби и Карамелька согласился мне их отдать. Нет, ну зачем? А, слышь, нельзя, если бы подождали Лиссабон, там бы наши как раз били, там бы что-то еще добавили. Да ничего, да, Лиссабон больше. Да, кому-то что-то с Португалии надо? Карамелька, а давай Лиссабон. Дай мне что-то. Карамелька, отдай мне две бровки, Мзаби. Слушай, не наши, давай. А можно по... Можно я со своими выйду наверх и обсужду мир? Я войны явно лучше организовываю, чем они. Моему пора закончить при постели. Да, надо перестроиться. Все, мы заканчиваем. Смотрите, я срок традиции войны. Мир подпишет и заканчивает. Это нормально. И все генералы. А долго ждать мир? Ну это конитицы, вон там сидит и обсуждает. Мы играем сегодня еще? Нет. Кстати, а кто знает, что у Никиты с БД? Вторая мировая. Ну он просто такой ракал, что у него такое БД. Ну не знаю. Можно просто... Что-то 3-3, но это совсем уж мало. Он 60 тысячами не мог побить моих 20. Я же говорю, это Никита. Просто 5 БД против. Ну может только на подпоясе карабинке сидит. Воин, у нас минус Карибы. Что? Что мы с тобой забыли в этой войне? Я продлеваю все перемирия. Я не знаю. Отлично. Все? Зачем ты защищаешь Никиту, я не знаю. Лёва, это называется Вайф России. Так, ну давайте пока. Всем пока. Пока. Я защищаю своего союзника Португалии. Вообще, как я союз? Ну, лучше, чем Пруссия. Пруссия, не знаю, у меня на самом деле был союз, что-то Пруссия надёжнее бы все показала. Да, а с тобой у нас тоже был союз. Очень надежный. Только он порвался, ты мне его даже не кинул. User joined your channel. User... Ну как бы... На сколько счета было? 69. 69. Поднял 40 благосклонности с Малайи. Да-да. Сколько счета? Так, вы перемирие подписали? Да. Ну все, снимай паузу. Ну что, в доту теперь? Наверное. Ты все заканчиваешь, что ли? Ну тогда 11 уже. Жалко-то. Так, 21. Блин, так хорошо играет. Да, 21. Ну все. Я уже... А
Чё там вообще у Португалии-то отжали, что ты пропустил? На хз 60 чата, сколько там было? 44? Сколько там чё-то там? Слушайте, вы представляете себе, в общем, 25 за... Я Крым освободил, а он в войну вступил, и получается, ну, что он воюет за меня. Ну да, ладно. Надо было ли самому освободить. Сейчас зайду, посмотрю, сколько западных. Да, блин, потому что там вся Россия все входит, Лиссабон был там 1%. Да, это столица лидера войны. И что? Ну блин, это дорого.